Вот так выглядит крыша, которую я лет 13 назад покрыл вроде как временно. И в результате она простояла 13 лет и просто уже стала не в моготу. То ветром треплет, смотришь, полетели куски, то еще лезешь, заклеиваешь, затягиваешь чем-то. И вот в результате все-таки я пришел к выводу, надо крыть. А кто, кроме меня? Кроме меня некому. Ну что, с Богом. Барух Ашем.